Очередная история про супер-пупер велосипед. Значит, в чем тут проблема? Фатбайк китайский, два мотора, два контроллера и один аккумулятор. Велосипед покупался бэушным, какое-то время он там поездил, но спустя еще какое-то время он стал вырубаться, когда подключаются два мотора. То есть на одном моторе он ездит, все нормально, все хорошо. Когда кнопочкой переключаются два мотора, мощности у аккумулятора не хватает, и просто контроллер БМС уходит в защиту. Относят, значит, в мастерскую в некоторую, скажем так. Там производят ремонт. То есть каким-то образом мастер выявляет, что вот эти три линии фиговые, ну, мертвые. Клиент заказывает аккумулятор, они ему проезжают, и вот таким вот образом все это собирается. Ну, то есть, в принципе-то, все это пропаяно. Но, во-первых, неизвестно, каким образом было выявлено, что именно вот эти три линии мертвые, а не остальные. Во-вторых, неизвестно, как сильно это все долго прогревалось. То есть, одно дело, я буду паять, да, я примерно понимаю, как можно припаять аккумуляторы и за почему это нельзя делать, почему надо собирать все на сварку. Другое дело, это делает человек, который, видимо, ничего не понимает. В общем, собирается аккумулятор, все это меняется, платится за это деньги, он подключается и не работает. То есть, когда едет велосипед на двух моторах, он просто вырубается. На одном едет, на нескольких нет. Почему это происходит? Потому что остальные линии уже полудохлые. Остальные линии уже полудохлые, то есть когда у нас аккумулятор состоит из линий. В каждой линии у нас по 4 батареечки. Когда подается питание, да, то есть мотор пытается высосать энергию вот из всех вот этих вот линий. Из каждой линии он берет сколько ему надо. И когда очень большая тяга, очень большая мощность, ему не хватает просто энергии. И вот здесь маленькая такая платка, контроллер называется, БМС-ка. Она вот тут лежит. Такая маленькая крохотная платка. Она понимает, что сейчас какая-то из этих линий уже все не может отдавать необходимый вольтаж, необходимое напряжение, необходимую мощность. И просто уходит в защиту. То есть она выключает весь аккумулятор, чтобы он не загорелся. Вот. И, собственно говоря, вот результат ремонта вот такой вот. И нам пришлось найти кое-какой аккумулятор, лишь бы он работал. Все это собрать, все это подключить. И теперь велосипедик как бы едет. Сколько он проедет, неизвестно, но зато очень дешевый ремонт получился.